Спасибо, что вы смогли собраться здесь в такой короткий срок. В понедельник утром Лемон больше не сможет исполнять свои обязательства. Есть два потенциальных покупателя – Bank of America и Barclays. Ни те, ни другие не купят Лемон без дополнительного финансирования сделки. Государство не может этого сделать. Я помог в прошлый раз. Ваша очередь. Где Дик Фулт? Дик не в состоянии принимать решения. Мы разделим вас на три группы. Первая попробует оценить токсичные активы Лемон. Вторая разработает некую схему для общих инвестиций в Лемон. А третья разработает план на худший случай. Необходимо обдумать, как уменьшить ущерб каждого из вас на случай, если Лемон обанкротится. Боже. Для всех нас это не новость. Не думаю, что банкротство Лемон обрушит и нас. Значит, просто пальцы скрестим? Вы просите нас спасти конкурента. Так что не ведите себя, будто оказываете нам услугу. Господа. Послушайте, вы настоящие американцы, и вы выполняете свой долг. И ваши труды принесут вам любовь и благодарность страны. Если позволите, я процитирую Томаса Пейна. «Лемон – крупный партнер каждого из вас, и его крах нанесет сильнейший удар по каждому из вас. Он ваша проблема». Мы все можем объяснить, как до этого дошло. Дерегуляция, деривативы, плохие решения Дика Фулда. Мы все ответственны. Ситуация ужасная. Государство сделало все, что могло, так что проблему решите вы. Решите своими деньгами. И позвольте внести ясность. Мы запомним всех, кто отказался помочь.